В 21 веке. Воду носим с ключа. У нас вода. Умка, нельзя. Что это? Иди на нас. Вот печка. Тоже рухнет. Там уже вообще кирпичи падают внутри. Печь. Дымит вовсю. Сколько лет, сколько раз я замазывала. Ладошка входит в потолок. Ванна бежит. Ой, дождь идет. Вот шел дождь. Сегодня убирала все. Промыла ванну. Баночка вот тут стоит, булька. Для стирки. Я кипячу белье. У меня свету-то нет. Машина вон стоит. Холодильник тоже стоит. А продукты все на помойке. Туалет хожу на ведро. Так как у меня туалет не работает, там не пройти. Все упало, полы все упали. А это Ленин у вас там висит? Да. Вы коммунистка? Была когда-то. Привет. Это Лапка. Привет, Лапка. Каждое лето с братом там были, жили. Мама нас одна воспитывала. Сейчас ее нет, ни брата нет. Я одна осталась. Отработала я 30 с лишним лет на заводе здесь. А что получила? А на каком заводе? А у нас здесь деревообрабатывающая была пилорама. Пилорама была. А все уже. Все сломали, все разломали. Иди сюда. Девять тысяч. Ну что, сколько хватает, сколько в магазине беру в долг, опять до пенсии. Угу. Не хватает, конечно. Что это, хлеб вон какой, 30 рублей стал. Хлеб 30 рублей. Это мыслимо ли? Мне? Да. 68. Угу. И давно вы здесь одна живете? С 86 года. Угу. С 86 года работала тут. Сюда перевели, здесь квартиру дали в 10-й дом. Ну, как я прописана по 10-му дому. Эти паразиты. Все, у нас вон свой этот депутат ходит все время, что он не видит, что ли, как я живу. Татьяна, у тебя крыша-то упала. Я говорю, не только крыша, вон, говорю, весь вперед, говорю, упал. Сейчас за деревьями не видно. Телефон-то не берет. Вот тебе сок ты. Мочка, пойдем за водичку. Шари, пойдем. Как без собак-то? Нельзя без собак. Все дома тут стояли. Два дома, 13-й и 15-й. Вот тут огород был. Сейчас все заросло. Живых надо бояться, не мертвых. Вот где бы забудь заходить. Пытаешься. Друзья, тут забыла. Так вот и я хожу. Вот. Вот пришли на ключ.
Вот. Вот наш водопровод. Ой, сидит, ворота нет, как хорошо. Все. Многие были живые, а сейчас все умерли. Мы от нее остались. Когда купаются, приходят, жара-то была, так ходили все на ключ-то по воду. Скажу, только когда птица поболее. С ведрами-то никак нельзя идти, потому что поскользнешься и все выплетнешь. Хочешь поскольку-то вот. Пойдемте. Туда. Все прогнило. Вода есть, вода. Полагал уже один дом престарелых. Я говорю, ты что, говорю, дядя? У тебя как с головой-то? Ты видишь, я еще в полном здравии и в уме. Какой, говорю, дом престарелых? Я еще сама с сиделкой работаю. Хожу, когда попросят, так. Ну, я отдам. Купите мне. Ой. Я две-то лучше бы у меня было, а не ти. Мужика надо, где ей брать-то под старость-то лет? Мужики все уже почти в яме мои. Все почти. Давай. Вот так. Вот Умочка. Умочка. Ой. Когда здоровья-то нет, так я, конечно, ничего не делаю. Апатия на меня набегает, и вообще ничего, ни на что бы глаза не глядели. А как, если у меня ничего нигде не болит, а то тут стрельнет, там кольнет. Ой, заебись, твою мать, думаю, это что я дожила-то, до чего, а? Ой, не я ли бегала, спортсменка была ведь раньше, ой. Если что, доска упала, все прогнило, видишь, а стена замерзает, вода в избе замерзает, вода. Я покупаю ведь продукты, рожки покупаю, крупы покупаю, что еще? А что вот, сегодня помидоры купила, салатик делаю. Я своих-то девчонок балую, собак-то, я им косточки покупаю. А шунку мясо, что мне? Не на что покупать мясо. А почему сигареты не курите? Дорогие. Да? Конечно, 100 рублей. Одна пачка. А это 60 рублей, так я на 60 рублей две недели курю. Надо сейчас все так вот экономить, все экономлю, экономлю. То виноградику куплю, то мандаринчик. Зубьев-то нету. Вот так вот. Вот, пожалуйста. Чем мне сигарет? Пожалуйста. Утрамбуем. Так. А мы забегали, заиграли, время 4 часа. Тетя, может... Вот. Их я нашла в сугробе. Одну, вот эту на рынке нашла. Лапку? Да. Кто-то бросил. Вот с ладошку была. Вот уже седьмой или восьмой год живет. А эту из сугроба вытащила Умку. Так и назвала Умка. Мультфильм-то знаешь? Дочь есть. Она меня кинула с квартирой. Она продала квартиру мамину. Моей мамы, бабушке своей. И она не звонит, и я не звоню. И она продала квартиру. Мне сказала, что я, мама, тебе куплю. Я говорю, мне большую квартиру не надо, мне маленькую комнатку купи, мне и хватит. Обидно? Еще как. Все говорили, подавай на суд, иди в прокуратуру. Единственная дочь, как я пойду? Так и не пошла, вот так и живу тут. Ой, кто-то идет. У меня звонки-то вон такие козырные. Вот он мне помогает дрова топить. Дрова пилит, воду носит. Все, вот у него тоже. Родители умерли, дом сгорел. Идти некуда.
Вот, вот дочь моя. Вот я и Вовка маленькие. Эта дочка тоже Новый год. Вот она, Снежинка. Я говорю, ой, мама, как хорошо у меня. Выйдешь на крылечко, покуришь, посидишь. Идут с рыбалки или на рыбалку. Кто рыбку, кто продаст, кто так подарит рыбку. Собакам накормлю. И сама что поклюю порою. А ты что, когда-нибудь рухнет, ведь у тебя дом, то есть больно плохо. Я говорю, ну что делать-то, рухнет, гадаю. Мам, упала половина. Скоро и моя упадет, потому что они связаны между собой. Вот начала пилить вот эту, с лестницы упала, так и стоит, видишь, это, она стояла еще, не треснула, а ветраточка. А зимой что, только снег, утром встаю в 4-5, полчетвертого, полпятого, как поспится. Но эти старые-то люди уже, на сну-то нет, нам надо вошкаться. Что-то делать. Да и ложусь рано. Ну как не страшно. Трещит по ночам-то. Особенно вот, когда вот засуха-то была. Жара-то. Страшновато было. Соскакивала сколько раз. И так и меня уже доготовят. Тут и это, документы все в сумку с собой. И одета я, и спала. Вы такой же позитивный, оставайтесь все равно.